«Расширяя границы». Одна из самых неоднозначных музыкальных групп Иванова «Гамариус» готовит новый альбом. Своим глубоким творчеством и нестандартным подходом к музыке молодые люди известны далеко за пределами региона. У нас планируется запись нового альбома. Туда обязательно войдут песни с разными, я скажу сразу так, не буду раскрывать полностью интригу. Инструменты у нас будут совершенно уникальные, которых здесь, возможно, в Иванове еще не видели. Вот. И вообще, может быть, даже в России не очень много такого. Гамариус никогда не ограничивает себя какими-то определенными стилистическими рамками. Их музыка – это всегда смесь разных направлений с отчетливым этническим звучанием, духовное и обворожительное. Экспериментирует Гамариус и с инструментом. Индийский, персидский, древнекитайский, восточный. Заполучить такие музыкальные сокровища непросто. Часть артиста привозится из других стран. Какие-то удается приобрести путем обмена. А вот эта новинка – иранский сантур. Музыканты признаются, звучание у инструмента просто космическое. Это народный инструмент, то есть в нем культура присутствует непосредственно Персии и вообще Востока. Вот в его строе, то есть в тех нотах, которые он по гармонии издает, вот слышны эти восточные мотивы, то есть они как бы улавливаются даже неопытным слухом. С датой выхода нового альбома музыканты пока не определились и все тайны раскрывать не спешат. Однако фанатов им есть чем порадовать. В январе у Гамариуса запланировано несколько концертов. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.